Главный республиканский парад в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне традиционно проходит в Каспийске. Дагестанцы пришли на торжественный митинг, чтобы поздравить героев и почтить память погибших на полях сражений. Перед началом церемонии все участники и гости мероприятия прослушали обращение президента России Владимира Путина. 9 мая 1945 года навеки вписано в мировую историю как триумф нашего единого советского народа, его сплоченности и духовной мощи, беспримерного подвига на фронте и в тылу. День Победы близок и дорог каждому из нас. В России нет семьи, которую бы не опалила Великая Отечественная война. Память о ней не меркнет. В этот день в нескончаемом потоке бессмертного полка дети, внуки и правнуки героев Великой Отечественной. Они несут фотографии своих родных, погибших солдат, которые навеки остались молодыми, и уже ушедшими от нас ветеранами. Мы гордимся непокоренным, доблестным поколением победителей, тем, что мы их наследники. И наш долг – хранить память о тех, кто сокрушил нацизм. Офицеры краснознаменной Каспийской флотилии вынесли Знамя Победы, после чего с приветственным словом ко всем дагестанцам обратился глава региона Сергей Меликов. Поздравляю вас с Днем Победы, важнейшим государственным праздником нашей страны, который имеет для каждого из нас глубоко личное измерение. 77 лет прошло с тех весенних дней, когда на измученную землю пришел мир. Но мы все так же остро чувствуем всепобеждающую силу патриотизма, безграничную благодарность поколению победителей и скорбь по ушедшим от нас. Сегодня особенно важно еще раз обратиться к истокам победы 45-го года, осмыслить уроки и ценности этого величайшего исторического события 20 века, его значение для понимания современной ситуации в мире, верности выбранного Россией пути. Мы обязаны помнить, что именно наша страна обратила в прах претензии нацистов на мировое господство. Именно наши солдаты сокрушили отлаженную военную машину Третьего Рейха и раздавили кровавое чудовище в его собственном логове. Именно наш народ отстоял свободу и независимость Родины, не жалея себя, освободил Европу, принес мир человечеству ценой немыслимых жертв и неизмеримой боли. Солдаты и офицеры вооруженных сил прошли строевым шагом по главной площади Каспийска. Более 1000 военнослужащих, матросы Каспийской флотилии, бойцы пограничных войск, Росгвардии, МЧС и других армейских подразделений. Вниманию зрителя была также представлена современная боевая техника. Командир роты капитан Курбетов Парад Рамисович. Торжественным маршем проходят вооружение. Ветеранов благодарят за доблесть и отвагу. Один из тех, кто присутствовал, ветеран Великой Отечественной войны Муса Багаудинов. На войне потерял двух братьев и сам был ранен. Победу встретил в госпитале. Я, конечно, на войнах молодым парням страшно был и боялись, и страшно было идти на войну. Ну, привыкли постепенно, это тоже, и на войну шли отличным настроением за Родину, за Сталина. Оборону Кавказа меня раз поранили, второй раз поранили, третий раз меня осколками сильно поранили в животе, лечился в Рашимовграде. В праздничном шествии также приняли участие юноармейцы и кадеты местной морской школы-интернат. В глазах молодых людей, несмотря на совсем юный возраст, присутствует понимание о значимости этого праздника. Уже сейчас они знают, почему необходимо помнить и чтить историю. Эти мероприятия очень важны, чтобы помнить о событиях войны, о нацизме, о том, что происходило на войне. Мы должны помнить и чтить наших всех солдат, также проводить такие мероприятия почаще, чтобы наша молодежь чтобы интересовалась этим всем и
чтобы таких случаев, как в нашей войне, не происходили. По официальным данным, война унесла жизни около 27 миллионов человек. Из нашей республики были призваны свыше 180 тысяч человек, и около половины из них не вернулись с фронта. Карим Даниев, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Каспийск.